Всем привет, меня зовут Гуля, и я приветствую вас на своем канале. Мы продолжаем играть Медвевую династию. У нас родился наследничек вот такой вот. Да, начался новый сезон, у нас тут все надо ремонтировать, открывайся. Я была на охоте. Да, вот тут мех, палка как-то, ресурсы по пути зачем-то понасобирала. Сейчас мы быстренько все это выложим. Привет, чувак. Быстренько все отремонтируем. Так, надо вот камень выложить. Это я не буду выкладывать, это мы сейчас будем делать. И по ресурсам надо. Навоз, кстати, есть опять. Солому собрать немножко с собой. И, наверное, пару деревяшек. Так, дрова вижу. Логи вот. Не-не-не, вот так вот. Угу. Сейчас мы еще мясо выложим. Там просто обычно всегда все чинить надо, как сезон начинается. И надо еще налоги заплатить. Да, и то, что у нас... Блин. Сейчас выложим мясо сырое, которое вот так. А по налогам... Тут, кстати, обнова была. Навыки зачем-то появились. Я их еще до конца не раскидала, новые. А по квесту дневник... Это платить налоги надо 1000. У нас денег нет. Сейчас будем собирать денежки, да. Получить репутацию еще осталось, да. Вот. У меня там есть то, что мы должны собрать, ну, поделать. Я вот поэтому и ходила на охоту. Думаю, специально похожу, собираю. Тут еще поспела. И то, что у нас родила, она... У нас пропал, по-моему, тот, кто должен за свинюшками ухаживать. Надо будет нового устраивать. Сейчас быстренько все починим. Так. Тут еще за железом чуть-чуть сходила, насобирала. Надо будет туда землянку делать. С налогами. И тут переделали кузницу. Вот, смотрите, тут печка теперь появилась. Наковальня. Вот это рабочая, короче, обнова была. Я не знаю, как я это проморгала. Ну, я не каждый день играю, поэтому и пропустила. Я просто зашла такая, ой, и тут все переделалось. И навыки добавили, очки, это тоже там что-то переделывали. Поэтому надо будет по новой делать. Ну, я частично там пораскидывала, почитала, а часть оставила пока. То, что прям важно-важно для меня сделала. Так, еще вот тут вот надо починить. Вот. Вроде все. А, вот еще красное вижу. Так, не бежим, а то сейчас вот это... Что такое? Ты что-то хочешь или просто? Так, ну и день. Ладно, не будем пока отвлекаться. Нам сейчас еще надо ботиночки делать. Все, пойти попродавать. Не знаю, хватит, нет. Но мы попробуем. Ой, у нас молоток сломался, елки. А молоток у меня вот тут есть новенький. Так, вот он, кстати, один остался. Надо его быстренько одеть на двоечку. Вот. Выходим. Вот, ремонт. Где тут еще недоделанный? Вот, вот это вот. Хорошо, и вот тут. Так, вот те дома надо доделывать. Сейчас мы глянем по управлению. Дома... Работника нету. Работника. Да, тут то, что работников нету. Но мы сейчас это будем по чуть-чуть все это возвращать. Потому что... Ну, во-первых, хочу для шахты. Так. И, кстати, подождите, свинюшек глянем. Корм 87. Вот они наши растут. Они, кстати, тут бродят. И надо управление... Охотник, хозяин гостиницы, собиратель, шахтер. Блин, и никого же не отправишь. У нас получается некому вообще работать. Ладно, надеюсь, они сами не погибнут у меня, пока я тут лазю. Заберем ресурсы, какие насобирали наши охотники. И поделаем для продажи. Так, вот кожу надо. Мех. Навоз пока тут пусть поболтается. Все, пойдемте. Тут
тут-то глянем, что у нас есть. Кожа, 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 кожа вот сюда. И вот так. Вот так. Вот эти нам надо. Что там не хватает? Меха, наверное, не хватает. Вроде кожи побольше. Ну, хотя, может, и кожи не хватает. Сейчас посмотрим. Быстренько сбегаем, все продадим. Что получится? Не знаю, насобирается на налог, нет? И потом надо вот шахтёршкой этот построить. Я не знаю, вот есть смысл дом ставить там или можно здесь работник, чтобы ходил. Как это тут работать будет? То, что там надо землянку, это точно ставить. Просто как будет сильно влиять разница, скрипты как прописаны. Тут же непонятно, не расписано. Так, сапоги мы вот эти забираем. Вот кожа у нас есть. А что у нас там вообще по ресурсам? А, меха, да, немножко не хватает. Вот. Сейчас мы еще сделаем. Так, ой-ой-ой. Я ж там хотела это побольше сделать. Сейчас. Они достаточно дорогие. Долго делается. Угу. Так. А чего тут не хватает? Кожи, да? А тут что у нас есть? Вот, можно еще меховые поделать. Почему я опять одну тыкнула? Ёлки-моталки. Они только одни и делаются. Ладно, давайте уберем тогда, что насобиралось, то насобиралось. Кожа сюда. Мех сюда. Сейчас все насобираем, попродаем, посмотрим, сколько получается. Потом буду думать, откуда еще деньги брать. Так, слоги не понадобились. Палки, солома. Значит, у нас есть вот это тоже надо продать, чтобы не болталось. Тут кожи вот это на шее таскают. Корзинки. Так, это на готовку уходит. Каменные топоры. А, ножи, кстати, можно вот так. Только я не помню, они их делают. Мы их делаем или не делаем? Или просто они у нас тут болтаются? Так. Угу. Логи. Палки-палки, где вот? Пойдемте сами еще корзинки поделаем. А так у нас на продажу еще что получается есть? Так. Гниль появилась. Она тут и была. Зерна сколько стоит? Корм. Кстати, есть можно доложить. Он не портится вроде бы. Семена лука. Кстати, нам же весна. Надо там посмотреть, что можно посадить. И тут что у нас есть? Угу. У нас, кстати, еще супчик есть. Так. Мясо, мясо, тушеное мясо и гнили много. Надо будет все это перекрафтить. Давайте вот это вот тоже продадим. Чуть-чуть мяса тут лежит, ничего не готовится. И пойдемте... Так, тут не переделали, интересно, корзинки. Поделаем корзиночки. Не поняла, что-то скинулось. Угу, надо вот так было. Все, заканчиваем делать корзиночки. Тут перегруз еще что-то. Надо посмотреть, может, что выложить надо. Так, пойдем. И быстренько отнесем, попродаем то, что есть, а потом будем разбираться дальше. Во-первых, надо бы покушать. О, блин! Это я как так умудрилась? Так, 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 так. Я не поняла, оно что, реально испорченное? Так, сюда, сюда. И что у нас тут по жареному мясу получается? Ладно, мы вот это возьмем с собой.
Я не ожидала. Я за все время с первого раза так получается, что отравиться умудрилась. Обычно нормально. Там 12% я не думала, что прям так влиять будет. Ну ладно. Убираем палку. И что-то одна фигня какая-то перегруз создает. Вот. Все, пойдемте сдавать. Вначале искупаемся. Поеди. Воды попьет пусть. Чуть не это. Не погибли, блин. Так. И давай. И потопали. Ой, ну вряд ли у нас хватит денег. Я просто все поскидывать хочу, что можем продать. Потом надо будет думать. Это нам надо или охотой идти заняться, где нам денег взять. И, во-первых, надо еще ресурсы пособирать, там посадить все. И можно будет попробовать продать. О, наши ребятушки ходят. Вообще, нам еще надо крестьянский домик один. Как минимум. У нас людей не хватает. Парочку крестьянских. Интересно, дети сколько тут в реальных? Вот прям 18 надо, чтобы это сколько сезонов-то прошло. Кстати, нашего ребеночка зовут Эдмунд вроде бы. Его тут игра называет не я, и может рандомно выпадать именно. Это наш типа будущий наследник, вроде как мы им сами сможем играть. Потом, когда вырастет. Насколько это как работает, еще не знаю, не видела. Ну, не слышала, чтобы кто-то играл из тех, кого я там смотрю. Все пока играют основным персонажем Расимира. Ну, нашего же Расимир зовут, да. Вот им все играют. Детишки там уже у кого, по-моему, 3 годика. И когда вот у нас получается 2 сезона, как минимум, мать не работает. Игровых персонажей женщины. Да ладно ты. Давай, давай, потопали. Все собираются. И вот надо вот это еще с налогом. Я поэтому-то и хочу сделать, чтобы можно было продавать. Ой, не продавать, добывать. Так, покажи свой товар. Во-первых, вот это на... Насколько это получается? На 100. Так, что тут у нас еще есть? Меховая обувь. Кстати, хорошая штука. Туники нельзя, сапоги. О, нормально так. Да, хорошая. Мясо, конечно, такое. И корзиночки давай. А чё, денежка кончилась, поняла. Подождите, я пойду. Выпустите меня. Так, не поняла. А, вот ты где. Покажи-ка свои товары, блин, мышка, вернись. Угу. Деньги кончились, а то понимаете ли. Сколько у нас денег? Чуть, ну как, не чуть-чуть, но не хватает. Что у нас еще, дорогой? Туники мы не можем делать. А лук сколько стоит? Тоже копейки, даже если сделать. Вон 27, неинтересно. А налог у нас получается... Кстати, тут квесты какие-то были. Это кто у нас тут? Куда надо смотреть, правильно? Так, кто тут у нас? Пойдемте узнаем, может, что интересное, и мы денежку заработаем, и репутацию нам надо. Так, что такое, Юнигост? Так, покажи, я у вас минутка. Это, наверное, этот квест на налоги. Как вы? Ага, да, это, наверное, на налоги. А вот ты? Что у тебя? Я могу вам чем-то помочь. Вы заглядываете, не могли бы, пожалуйста, помочь? Что происходит? Ночью мы слышим ужасно, не могли бы вы... Так, я могу это сделать. Так, на новый квест «Ночной вой». Но это волков убить, да? Алвин там еще и все, да? Да, получается. Это на этот. А что у нас по дипломатии? Вот, знание об охоте. Нет, это охота. Где дипломатия? Вот. Диплома, больше дипломатии очков, больше очков воздействия. Так, здесь выше цены продажи и покупки. Рука короля потеряет шанс больше одобрения. Медленно падает настроение, меньше налогов.
Вот это хочу. Прям сразу подействовал. Хочу, чтоб сразу. Нет. Нет, ладно. Но по идее мы чуть-чуть достаточно это как бы должны. Не накопили. Но сейчас мы сделаем. Не надо мне тут задыхаться. Значит так. Во-первых, надо глянуть, что у нас тут весной сажается, собирается. Во-вторых, мы туда идем, нам бы через лес поубивать оленей на кожу и на сапоги получилось бы насобирать. Волков я тут вряд ли. Я, кстати, давно волков не видела. Хотя я лазила тут по лесам. Ну, потому что надо было добывать и это. И не все равно никого не было. Так, есть кто? Люди. Какие-нибудь люди? Никакие. Это что? А, это мы теперь же я сделала, чтобы видеть, вот так можно было. Это у нас получается подорожник. Я теперь его вижу. Надо было сразу так делать. Так, блин. Пусть будет. А то не видела раньше, неудобно было собирать. Палки по пути собираются. Палки невыгодно, да, надо именно охотой заниматься. Так, вот, блин. Тебя и тебя. Во еще. Хотя сейчас у меня с ХП проблем не возникает. Но на всякий случай. Так, это у нас грибочки. Это, блин. Волка бы... Ой, волка бы. Хотя бы поросеночка с олененочком бы какого-нибудь встретить. Что-то не видно никого. Наши лазят все. Ребятушки. Ну да ладно, так пойдем. Может, по пути найду оленя. Ну, где вы? Я даже вон ходила, где через эту речку, там бизонов-то убивала. Думаю, получше будет. И, кстати, вот они, подорожники-то вот эти сделали, но не сделали никакой медицинской базы. Ну, знаете, там сушить их, еще что-то. Было бы интересно. Тихо. Так. А то мало ли пригодится в будущем, оно же не портится. Тебя тоже надо собрать. За все время первый раз пригодился, кстати. Вот зверобой первый раз реально я использовала. Что-то нету. Никого не убивать. Да, вон мы уже до дома дошли. Тут раньше кабаны водились. Всегда парочка кабанов бегала. Ну-ка, где вы у меня? Нету, да? Ну ладно. Тут у нас ножи-то, ой, топоры-то хватает. Тает пока древесину добывать. Так. Что у нас там, ребятушки, происходит? Сейчас посмотрим по бырику. Ну, что ж ты запыхался-то? Надо еще, во-первых, эту взять. Косу собирать. И мотыгу. Так. Да, рожь соспела. Пшеница еще не соспела. Ладно. Идемте, возьмем в ручки. Надо будет потом себе наделать инструментов. Так, серп берем. И получается у нас мотыга. Сейчас мы все это укомплектуем. Тут у нас что, мотыга вроде есть, да? Ага. А серп? Вначале этот. Так, я тебя на пятый поставила, блин. Мотыга, тогда иди сюда. И пойдемте поглядим, что у нас по посадкам сейчас должно быть. Во-первых, что по посадкам-то я? Гниль надо и навоз собрать, и сделать удобрение. Так. Где тут гниль? Вот так. И навоз надо собрать. Смотреть, сколько получится удобрения.
Навоз. Да, все, блин, подвиньтесь, дайте пройти, называется. Так. И вот отсюда гниль. И тут навоза нету. Есть, вот. Что у нас тут получается? Вот, из удобрения делаем. Из этого гнили. Но оно быстро делается, в отличие от корзины, которую я долго... Сейчас вначале соберем, потом пойдем все вспахивать. Так, и вот тут-то, да. Там свинята такие мелкие, а звук от них как будто они большие. И надо будет еще курятником потом разбираться. Корм, раз не портится, можно его дофига наделать, пусть будет. Чтобы потом это остальное все заводить. Так, ладно. Получается, мы пока убираем, убираем. И удобрение. Сколько у нас тогда удобрения? Навоз, корм, удобрение 74. Нормально. А что у нас будет летом? Ой, весной садиться должно. Так. Где тут пишется? Овес сейчас надо будет. Капуста. Лук. Тут, кстати, много чего. Я не знаю, я все собрала из того, что сеют. Сейчас все мы понасобираем, и на следующий день, если что, пойдем это как сдавать, продавать и денежку получать. Так. Вот так вот. А, это еще не поспело, это, наверное, летом будет. Так. Сейчас мы рожь соберем, получается. Тихо, тихо, не надо мне тут выдыхаться. Аж потемнело в глазах у бедненького. Я вот думаю, может, вон то поле сейчас нам все сделать и туда все понасаживать. Пусть растет. Во-первых, прокачаем, нам полезно. Так, вот это осталось. И вот это. Так, все собрала. На то, что... Да. Сейчас мы быстренько все обработаем. Давай. Ого! Ну, полезно. Все сделаем, потом можно из этого что-то там сделать, наготовить всякого и на продажу тоже. Во-первых, прокачка, во-вторых, денежка. Да, вот такая вот игрушка. Но это весь как бы геймплей, все тут вырезать. Я не знаю, я и так 2 дня получается зимы тут не стала снимать, как я тут лазила, ресурсы собирала. Хотя вот пока логи особо не надо, древесины хватает. Я так смотрела. Сейчас пойдем с удобрением вначале вспашем. Ну, как хорошо идет. Все сам делает это хорошо, потому что нам сейчас сильно много качать всего надо. Поэтому я особо не стремлюсь тут устраивать. Вот мне только интересно, за свинюшками там убирать надо, чтобы навоз собирался кто-то был. А то я вот часто нету. Там же была наша супруга Бланка, там занималась поросятками. Ой, как долго-то. Это тут еще ускоренное это. Все, так. Значит, что у нас на корм надо? Корм нужно овес и рожь и солом. Овес надо, да? Овес. Корм точно не портится. Корм. Давай. А то поросяткам надо будет накидывать. Не хочу, чтобы они голодали у меня. Сейчас мы все разберемся, все сделаем и будет нормально. Кстати, бы поглядеть семена. Реально, может, семена некоторые попродавать, чем перерабатывать.
в еду. Но это надо несколько отнести, посмотреть, что дороже принимает. Так, это что у нас? Маковое семя, да, мак нужен. И штукатурка. Это я потом дома улучшать буду. Тоже по плану есть такое. Так, корм весь. Но... Там не перегруз еще. Так, и так. Значит, нам надо вначале удобрение. Понятно. Так, еще чуть-чуть. Вот так. Значит, у нас получается, надо серп убрать, пойду. А вот это вот мотыгу мы возьмем. А мотыга у нас запасная с собой есть, надеюсь. Один серп можно убрать сюда, а мотыга, мотыга. А, она у нас одна. Нам тогда надо, получается, мотыга нужна, да? А, не, вот есть еще одна. Возьми. Опять начинается перегруз. Ладно. Сейчас по бырику. Так, воды, воды попей. Где тут? А, он это. Куда ты ее ставишь-то? Ага. А что у нас тут было? Топор. Так, здесь у нас должен быть топор. Ты у меня должен быть на третий. Третий. Так, выпить. Хорошо. Попил. Ладно, раз я решила, что мы сейчас вот это второе поле полностью будем спахивать, давай мы его и будем спахивать. Но тут сочетается, вот туда, кстати, хочу дома еще поставить. Но я так думаю, будет нормально, надеюсь, смотреться. Так. Ага. Удобрение надо, удобрение у нас. Поле. Так, назад. А, поле, да. Забыла просто, как это делается. Удобрение. А, все вспомнила, называется. Давай по порядочку. Оно потому что тут никуда не пропадает. Мы все это по-двойному, кстати, хорошо, что разу не сыпется. Тут не так тыкнул, и все. Обидно. Давай все накидаем. Можно, кстати, было с перегрузом взять. Сейчас, если что, еще сбегаем, заберем. Пусть будет. Пусть будет. Так, мы тут посадили все, что могла. Вот смотреть, сейчас покажу. Все поле засадила. Всю ночь он у меня, да, вот. Тут всего понасадила. Чуть-чуть осталось, но тут навоза не хватило. Так что вот это у нас все засажено. Там все разное. Пойдемте глянем волков. И сторону этого. Пойдем, я двое сапог сделала. Должно хватить, чтобы налог заплатить. И можно было спокойно с землянкой разбираться и курятником. Сейчас посмотрим. Обычно я их тут видела. О, кого вижу. Вот это вот хорошая добыча. Ты что у меня опустил? Еще где второй? Ладно, заберем то, что и нашли. Пойдем дальше. Потому что кожи не хватает жутко. Так, еда. Все хорошо. Вот тут я как-то видела волка. Я не знаю, резнулся он, нет. Вот тут вот. Неожиданно для меня было. О, с кабана вижу. Кабана, кабана, кабана надо убивать. Так, о, еще один. Есть еще. Так. Одного забираем. Для сапог это хорошо. Денежка будет. Так, а где второй-то? Вот он второй. Там, конечно, в темноте поле пахать, это я замучилась. Не видно, факелы надо как-то разбираться будет. Но я лен посадила.
Так что будет еще нормально. Может, тут волков увижу? Ну, просто квест по пути бы сделали, репутацию подняли. Олени неудобно. Они, видать, тоже рандомно, знаете, типа лазают. Хотя странно. Блин. Идти специально искать не хочется. Но, походу, придется потом. Ну, это если что, потом. Сейчас мы заплатим тоже. Вот, еще свиненку вижу. Хорошо риснулись. Ты один? Где твой нас собрат? Не вижу. Дальность, интересно, альта можно увеличить? Ну, то, что я прожимаю, чтобы видеть зрение вот это вот. Так. Зайчик, зайчик, ты мне не нужен. Пока меха хватает. Хотя вот так вот на бизонов надо будет потом. Ну, это к большому озеру, там их много. Вот он. Не поняла. Че, серьезно же считался? Это же волк. А чё он так сдох быстро? Ну ладно. Это хорошо. Удачненько мы так прошлись-то. Мех, мясо вон. Так, ребятушки. Угу. Сколько тут, оказывается, подорожника растет, а я даже не знала, да? Так, по пути можно собрать немножко, чтобы было. Запасики, надо его потом будет выгрузить. Зато спокойно буду, а то экономила. Хотя его можно сделать, чтобы собирали сборки, которые занимаются девушки, но сейчас не такое. Тихо, вот сюда. Собирайся, давай. Ладно, мы пошли за это. Живностью всякой. По пути. Так, ну все, вроде все. Сюда сейчас еще подымусь, гляну, если и домой пойдем. То нам надо еще продать все и заплатить. Так. Ладно, нету никого. Побежали в сторону дома. Еще сделаем сапог парочку и пойдемте продадим тогда. Там свиненок или так отражается? А, это камушки так, а то я уж обрадовалась. Вот на вот этот смотрела в уголок, думала, еще поросенок бегает. Так, нам же в ту сторону дом-то. Ну, почти, да. И надо будет потом землянку делать на железо и ставить туда кого-то. Но это надо и вначале налог заплатить, потом землянку и дом делать. Для след тех, кто будет добывать у меня. Надо пару домов, у меня не хватает крестьян, чтобы выставить. Так, ну пока никого не вижу больше. Что это? Камушки. Это камушки, это неинтересно. Это неинтересно. Неинтересно. Все, ничего нету такого. Вот там олень, но олень я сейчас бегать не буду, они же убегать будут, в отличие от волка. Ладно, пойдемте поделаем. Все такое зелененькое, красивенькое, блин. Красота, да и только называется. Вот тут при свете можно посмотреть. Вот все поле вспахано. Тут разнообразные семена. Да, вот это вот само должно. Тоже бы надо. Это навоз был бы тоже досеять. Ну да ладно. Значит, так. Что у нас тут про сапоги у нас? Что тут у нас? Офигеть. Лазила, лазила, и так мало кожи. Давай еще одни сделаем, и нормально будет хоть. Хоть так. А тут что это такое? Ну да, меха больше, но ничего.
натаскают. Там на охотник, для охотников ножи нужны, у них есть. Сейчас мы сюда все выложим лишнее. Так, а мясо сюда сырое. Надо будет потом заняться пережаркой. Что тут у нас по мясу? О, мясо вот, да, нормально, зато мясо насобирали. Так, вот это вот так, и вот это тоже. Все, уходи. Все, пойдем, пойдемте. Кстати, можно глянуть. Интересно, у нас дитё вот так, таким мелким еще долго будет? Угу. Так, тут ничего, у нас только зверобой что-то делает. Ну да ладно, копье вот это сейчас продадим. Тут кто-то готовкой занимается, чувак. Вроде еды у них там хватает. Ну, я вот так доверяла. Супы всякие валяются, думаю, ладно, нормально. Кстати, насчет этого вещи. Вот это. Штаны, да. А у него вроде еще меховой. А, вот капюшон. Сапоги меховые мы сняли. Надеюсь, не продам. То буду мучиться делать. Я могу. Все, пойдемте продавать. Тихо-тихо, не задыхайся. Все, почти добежали. Сейчас еще надо, знаете, что сделать? Вот так вот. Дневник и вот так. 4 волков надо было убить. Да елки-моталки. Это такое, учитывая, что 2 дня осталось. Оно же досезонное. Блин. Это печальненько на самом деле. Ладно, сейчас еще гляну ивент, что там по налогам. Так, кому тут у нас? Надо зайти продать. Так, у тебя денежка еще есть? Покажи свои товары. Есть. Так, это наши. Это тоже нельзя. Да, теперь нам хватает. И кому там налог-то нам надо было? Все время забываю, как этого чувака зовут. Дневник, платить. Юнигосту, да. Не тут он? Нет, другая девушка. А вон она. Блин, все выносливость тратить невыгодно так. Привет, чувак. Так. Как вы? Не поняла. А какого фига у нас налог увеличился? То, что я поле засеяла? Ёпарасоте. Вы издеваетесь надо мной, да? Покажи мне свои товары. На вот это вот получи свое копье. И что же мне теперь делать? Мне даже продать-то нечего. Сколько там? Пойдемте волков поубиваем, поищем тут тогда. Сколько, куда нам идти? Сюда? Ну, раз он говорит, волков надо. Значит, тут, наверное... Поесть надо. Вот сюда. Все. Ладно. Да, это поле зависит от того, засеяно поле или нет, видать. Надо было это. Но я что-то об этом не знала. Буду знать. Ну, давайте. Перепрыгнул? Не вижу. Ой, как же тяжко-то с этими деньгами. Вот вообще. Ой, зайчик. Зайчик, ты мне не нужен. А что там нам за волков дадут? Угу. Нормально так дадут. Конечно, нам не хватит. Но можно попробовать. А что-то стрекочет тут. Пойдемте, даже музыка прекратилась. Типа бояться надо начинать. Ну ладно, мы боимся, если что. Будем лазить, искать, убивать. Главное, чтобы стрел их хватило. Лук-то еще более-менее, а вот стрел я не посмотрела. Да блин.
Пошли. Или волков наубиваем, или этого наубиваем. Там кто? Олень. Да, куда-то пошел олень теперь от меня. Да-да-да, бегай, бегай, убегай. Мы сейчас этого обработаем, и я за тобой приду. Здесь оленей много. Я помню, я что-то, когда первый раз охотилась, их много видела. Так. Оленя вижу. А где я нахожусь? Эти из категории. А куда я пришла? Ладно, а сколько у нас стрел? Или ничего, хватит. Давай попей. Хотя у нас бурдюк с водой есть, да, мы теперь это, как говорится, хорошо, достаточно укомплектованы. Ну, пойдем поищем волка. Подорожник у нас есть, если что, приложим. Летом его и так найти можно. Может, убьем. Хотя тут написано ночью, ну да ладно. Так. Что у нас тут вообще? Зверобой. Он копейки стоит. Задолбаюсь собирать. Так. Вот так вот обойдем. Угу. Тут ничего интересного. По скалам этим. Я, кстати, вот кроме вот этой одной пещеры больше ни одной не находила. Хотя, наверное, надо больше лазить, чтобы ее найти. А то их же тут 4 как минимум должно быть. Так-то. Я читала по этим. Ой, куда это я залезла? Опасно. Высоко-то как. Угу. О! Мишка, я к тебе. Нам, конечно, сказали, тебя не надо убивать, но мы тебя тоже убьем. И это мы где? Ну, это я знаю, где. Это неинтересно. Смотрите, он бежит на нас. Что, издеваетесь? Он за мной бежал. Ой, какой мягенький выглядит, мохнатенький. Текстуры так интересно нарисовали. Так, его мы убили. Стрелы. А, тут уже давно где-то стрела моя застряла. Я не знаю, где. Вон там он. Так, эти где? Это камень. Еще медведь. Ну ладно, сейчас убьем. Что их вас два? Тут один же вроде был, нет? Ладно, бывает. Тихо-тихо-тихо-тихо, стой. Еще есть? Косолапый-то, вот посмотрите, какой агрессивный попался. Я вообще шла за волками, Мишка. Мишка. Камень, это то, что я повыкидывала. Угу. Где они тут у меня, мои стрелы? Вот. Поднимай. Куда мы идем? Мы должны вот туда идти. Вот туда. Там есть волки. Пошли. Да, нормальные люди от них убегают, а мы за ними пошли, потому что нам задали задание. Мне нужны деньги, блин. Так, да, вот тут они должны быть. Пойдемте поищем. Что делать-то? Найдем, может, что найдем. Ну, где вы там, мохнатые? Так.
Не вижу. Главное, чтобы мы справились. Я же помню, мы в тот раз когда-то дошли, вдоль дороги прям их видели. Так. Надо, наверное, сильно не бежать, чтобы они успели прорисоваться. А то не прорисуются, как обычно. Ну, волки, где вы? Нам куда? Нам вот сюда. Надеюсь, найдем. Потопали. А что тут интересного? Что-то я не помню, чтоб что-то тут находил или... Так, ну ладно, воды попьем. Тут что-то есть или просто красивое место? Прикольно сделано. Очень-очень интересно. Тут всякая фигня растет. Полезная. Зверобой и подорожник. И опять, по-моему, не туда свернула, да? Ага, нам... Ой. Ладно, пойдемте спустимся. Может, что интересное найдем. Ну, я тут лазила просто так, но тут должны где-то волки быть. Бизоны тут точно есть, а вот волки я не помню. Так. Кто там лазит? Олени лазят, но олени нам не интересны. Пока что нам надо мохнатеньких найти. Мне ночью сюда идти неохота, тут темно. Я фиг что увижу. Блин. Там кто? Олень. Так. Угу. Это там, наверное, закрытый доступ. Там кто-то был. Или камень это? Сейчас посмотрим. Звук какой-то. Так. Тоже ничего, да? Блин, оленей я вижу. Но оленей не хочется охотиться. Надо волка бы найти. Там, наверное, меня обратно отправят. Это я вообще вон в это пошла. Нет, нам надо вот туда. Вот туда. Пойдемте. Так, ну на олене надо будет к озеру вообще прийти поохотиться, конечно, но это не сейчас. Блин, целый день просто так лазим, вместо того, чтобы полезным чем-то заняться. Так неинтересно. Кто-то там ходит, я не вижу кто. Ты хоть на повой на меня выпрыгнешь, что ли, чтобы я это... Так. Ага, нам надо вот по вот этой дорожке обойти, и мы будем у той деревушки. Все понятненько. Пойдемте. Лесу вижу. Тоже леса. Да-да-да. Бессмертная какая-то леса не убегает от меня. Еще леса. Так. Кто там лазит? Кто-то у это оленчики. Да, вот так вот по ручью обходим и это. Вот, бизона вижу. Под ноги прям кидается мохнатый. Так, тут просто ручей, тут захода никакого нету, нету вроде. Не, бизона, конечно, можно было бы застрелить. Но мы вначале до деревни дойдем. Ой, сколько вас тут.
Не надо только на меня кидаться, пожалуйста. Так. Что-то как-то это. Да, все правильно, я иду. Зайчик. Никого нету, кого мне надо. Ну-ка, поднимись туда. Угу. Лисичка. Да, вот эта деревенька. Блин. Ну что ж такое-то? Что ж ты будешь делать? Обидненько. Тут, кстати, деревня вот эта вся такая обнесенная это забором. Так, ладно. Значит, нам, если по дороге идти, нам... По какой дороге-то идти? Ну да, вот по этой. Пойдемте по этой дороге, в тот раз тут и были волки. Может, кого и встретим. Я еще паниковала по этому поводу, что видела их много. Сейчас, надеюсь, это найдем наоборот. Поэтому они и с забором-то и обнесли этот, что защита от живности. Так. Ну, выползаем, мохнатые. Я на вас иду. Вот они, видите? Вот они, родимые. Так. Так, ты не в ту сторону побежал. А этот вот куда надо побежал. Блин, ёлки-моталки. Вот это было жутко. Так, где у меня тут еда? Так, кушаем, кушаем, кушаем. Где там второй? Не поняла. Так, одного вижу. Стрелу берем. Чё он убежал туда? Ладно, давайте вот этого пока убьем. Ты где там? Вот он. Подождите. Там что-то красное показалось. Ладно. Так, готов. Готов. Еще одного осталось убить. Сейчас найдем его. Убежал, блядь, паразит. Так, вон тот того надо разделать, раз, чтобы я потом не забыла, где он. Сколько стрел мы в него воткнули, блин. Хорошо, подорожник взяла. Так. Вон туда, вот он. Почему он убежал не на меня? Я не поняла. Для них это странно. Да, метки я стрелок. Я честно... О, да блин. Да вы издеваетесь? Что-то фигня какая-то. Я там еще кого-то убила по пути, что ли? А тут еще нету, а то я сейчас нарвусь. Нет, вроде. Так, сейчас надо глянуть, квест-то засчитался. Давай. Он, может, и то, что он типа кушал, и поэтому на меня внимания не обращал, но это странно. Так. Так, блин. Иди сюда. Ёлки-моталки. Да, ёлки. Так, теперь дневник. Ночной вой. Да, все. Мы это сделали. Нам надо... Блин, так, иди сюда, поешь. И домой нам надо... Да, туда. Интересно, тут есть еще кто опасный для нас? Все может быть. Учитывая, что мы ночью на дороге.
Так вот. Ну, я думаю, сдавать мы будем квест в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, ставить лайки и подписываться. И всем пока-пока.